И всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас я расскажу про Конреалити. Будет много всего интересного, а также где-то видео будет розыгрыш $5 в токенах НИО. Начинаем! Конреалити — это технологический стартап, создающий продукты и услуги для стрельбы в играх живого действия, таких как Airsoft и Paintball. Они также создают аппаратное и программное обеспечение для операторов арен, игроков и команд игроков. Сейчас они запустили свою уникальную платформу для игр живого действия The Mixed Reality Arena, которая производит революцию в AR-играх и Web3 играх. Кстати, все ссылочки будут в описании. Розыгрыш $5, просто напиши видео, я выберу один комментарий и отправлю им $5 в токенах NIR. Нужно подписаться на чат NIR Games и мой телеграм-канал. Так, продолжаем. Компания Conreality была запущена во время хакатона в сентябре 2015 года в Братиславе, Словакия, как проект робототехники с открытым исходным кодом для игр живого действия. После нескольких лет работы над концепцией, в 2019 году компания запустила свой проект. С тех пор они открыли 3 физических демонстрационных зала, где представлены изготовленные прототипы и продукты. Проект как валюту использует токен стандарт. За стандарт открывает доступ к редким активам на триллионы долларов, запертые в хранилищах и цифровых кошельках по всему миру. Эти активы включают криптовалюты и токенизированные физические активы, такие как серебро и золото. Для этого используются децентрализованные смарт-контракты, называемые смарт-хранилищами, чтобы заберечь активы в качестве залога. Поэтому эта монета считается стабильным цифровым активом. Их продукты расширяют возможности игры в пейнтбол или же стрекбол. Они создают различные игровые инструменты, такие как дроны с мягкой пневматикой и подобие пулемета. Турель поставляется в нескольких вариантах форм-фактора, материалов и полезной нагрузки. Она оснащена автоматическим управлением, спусковым механизмом и распознаванием объектов, что позволяет вашей команде прикрывать важные точки на поле боя или во время игры. Функционал дрона тоже не уступает, создан на базе Matrix 600. Это беспилотный летательный аппарат, управляется экипажем из 2 человек. И полезная нагрузка оснащена турелью для пейнтбола собственной разработки и рассчитана на несколько сотен пейнтбольных шариков. А также есть и другие разработчики, которые тоже улучшают живую игру и придают атмосферу реальности. Все эти инструменты вкупе дают возможность почувствовать реальную атмосферу битвы и создают краточность игре. Используя эти технологии, игра полностью преображается. Система навигации, система подсчета жизни, мини-карты и система коммуникации сделают игру более живой, интересной и честной. Несомненно, используются возможности Conreality. Вы получите ранее незнакомые эмоции. Протокол управляет сообществом держателей токенов The Standard Token, который образует децентрализованную автономную организацию, DAO. Standard DAO будет управлять протоколом, принимая ключевые решения с помощью интеллектуальных механизмов голосования и рынков предсказаний. Коморни, генеральный директор и соучредитель Conreality, также подчеркнул важность партнерства. Мы с нетерпением ждем партнерства с The Standard. Мы ощущаем острую необходимость в цифровом платежном решении для наших игроков и клиентов, подкрепленном реальными материальными активами. Более того, он считает, что текущий спад на рынке приведет к новому витку криптовалютного регулирования, которое запретит использование токенов utility в качестве внутриигрового платежного решения в определенных юрисдикциях. Всем спасибо за просмотр, у меня могли быть некоторые ошибки, надеюсь, они не были критичными. Если что, напишите в комментариях. Спасибо, удачи и будьте аккуратны.